На бывшего начальника отдела транспортного обеспечения и связи администрации Чебоксар завели новое уголовное дело. Напомню, на прошлой неделе Дениса Савельева задержали по подозрению в получении взятки в размере 40 тысяч рублей. По версии следствия, это не единственная незаконная прибыль экс-чиновника. Предполагается, что в течение 9 месяцев прошлого года он получил еще 280 тысяч рублей от двух предпринимателей, которые занимаются пассажирскими перевозками. Эта взятка предназначалась ему для того, чтобы сотрудники возглавляемого им отдела проводили меньше проверок автотранспортных средств, задействованных на указанных маршрутах, а также за нерасторжение с предпринимателями договоров на осуществление пассажирских перевозок по этим маршрутам в одностороннем порядке в случае выявления каких-либо нарушений. Сейчас уголовные дела объединили в одно производство. Максимальное наказание, которое грозит Савельеву, 12 лет лишения свободы. Пока мужчина находится под домашним арестом. Кроме этого, возбуждено уголовное дело в отношении бывшей подчиненной экс-чиновника. По версии следствия, 8 марта этого года женщина также получила от перевозчиков взятку в размере 25 тысяч рублей.